Здорово! Вот это видео про человека, который выебывается на бодибилдеров, и ей вообще похуй. Да-да, это она. Фото есть во всех видах. Почему босиком стоит? А у вас какие секреты? Почему без тапок? Что такое опять? Вытерите! И чтоб за эти не брались, за кулисы, иначе последний раз здесь гуляете. Вы понимаете, что сейчас произошло? В комнату, полную здоровых мужиков, ворвалась тетка и построила всех как на линейке в первом классе. Вы только посмотрите, как они засуетились. Да я прям через экран почувствовал, как она доминирует. А вот после этой фразы... Почему без тапок? Что такое опять? Я поймал себя на мысли, что мне нужно срочно найти мешок со сменкой. Мне вот интересно, что же все-таки происходит в голове этой женщины? Она оказалась в окружении подкачанных полуголых мужчин, но единственное, чего она хочет... Чтоб за эти не брались, за кулисы, иначе последний раз здесь. Ее не ебут бодибилдеры. Ее ебет только чистота и порядок. Но все же тетеньку можно понять, потому что, судя вот по этим двум фразам... Почему без тапок? Что такое опять? Чтоб за эти не брались, за кулисы, иначе последний раз здесь. Они уже не первый раз там без тапок гоняют и за кулисы берутся. Особенно вот этот чувак. Смотрите, как он по беспалеву скинул штанцы и под шумок с полотенчиком съебнул. Пидорас, блядь! Еще я прогорел с того, что интервью вроде как у этого пацана брали, но толком он так ничего и не сказал. Зато тетка все сказала. Нужно было прям сразу к ней идти. Здравствуйте, вы не могли бы ответить на пару вопросов? Почему без тапок? Что такое опять? Ну мы ведь журналисты, мы же не знаем. Вытерите! Ладно, ладно, мы вытираем, вытираем. И чтоб за эти не брались, за кулисы, иначе последний раз здесь. Итак, спасибо за просмотр. Если вам все понравилось, ставьте пальцы вверх. Прям вот столько пальцев поставьте, потому что для меня это очень важно. И не забудьте посмотреть следующий эпизод завтра. И тоже поставить пальцы вверх ему. Вот. В то же время примерно он выйдет. Пальцы вверх завтра. Это был Плюс 100-500. Меня зовут Максим. Пока.